Итак, продолжается отдых. Пошли перекусили. Здесь проехались не на трамвае, а проехали вот этой канатной дорогой, в этих будочках. И тут неплохой ресторан. Целый комплекс ЗИС. Там костры. Здесь дети катаются на роликах. Специальное место. Вот. Осиницы. Если не включают, ей надо живую музыку. Музыку надо на вечер. Думаю. Вот такое. Кто на улице сидит, кто внутри. Ну, я скажу, что не жарко. Ну, нормально, люди отдыхают. Здесь целый городок. Отели, у нас там отдельный отель на горе. Идем к этим кабинкам, чтобы подняться на гору. Там магазинчики. Вот такое место. Так, пошел дальше. Показываю, поэтому не сильно говорю. Что, мать, там азин? А? Кофе? А. Кофе и там можно попить. О, солнце вышло. Там дальше и дальше продолжаются куча отелей в лесу. Так, идем. Как я сказал, к нашим кабинкам канатной дороги, чтобы подняться вверх к нашим гостиница, потому что, начинают люди приезжать, много вот это. Наша с утра была, отель почти пустая, мать. Сейчас начинаются люди в субботу съезжаться с вечера после обеда. Ну да, все-таки свежий воздух, конец мая месяца. Мы покатались, поездили. Пришли, пообедали, даже с собой домой взяли, потому что много заказали.
поэтому еще будет дома ужин. Так, идем, приближаемся к нашим. Вот наши эти, дорога наша. Намучился. Задышка. Наелся. Деда. Вот. Поехали. Наверх. Поехал. Вот я. Сейчас мы будем ехать тоже. Через пару минут к нам придет наша электричка. О, пошел на гору. Поехал. Какое дело. Все, до свидания. Пообедали, мы тоже поехали в отель отдыхать.